И так, попробуем достать вот эту голубочку, голубенок молоденький. Вот, фаянсовый, тополевый. Кто, как, где, как их называют, вот он. Вечерний полетик этого голубенка. Вот крестовина. Вот как-то так. Молоденький бродит по небу. Как-то так. Картинка такая вот получается. Погодка, ветерок есть, ветерка нету. Может дуть, а может вот деревья. А может и не дуть. Вот такой голубеночек у меня. Вот идет на посадку, я так думаю. Самое главное, чтобы дошел. Потому что только недавно здесь летали два орла карлика, пробовали взять сизого, старого, но его не взяли они. Сиза их обманул. Идет на голубятню. Нет, на подзарядку идет.